Девочки, я... Он сейчас камера так отсвечивает. На самом деле я не такая темная, как сейчас кажется. Вот, я жду посылочку небольшую с средствами автозагара Санта Морис. Хочу быть более шоколадкой круглогодично. Поэтому для тела, для лица различные средства. Хочу вместе с вами потестировать. У меня вот уже все заряд садится. И посмотрим, как это будет. Вроде бы я знаю, что они легко очень наносятся. Вот мне, честно говоря, надоело быть вот такой белесой зимой. И только я вам сказала про посылку от Санта Морис, и мне позвонил через полчаса курьер, сказал, что доставит ее мне в ближайшее время. Итак, посмотрите, что в итоге мне пришло. Так, рукавичка прям идеально, да, для ровного нанесения. Очень много хороших отзывов слышала на нее, что она не просто, да, там как такой аксессуар ненужный. Конечно, если вы какое-то средство приобретаете, то лучше ее тоже обязательно в заказ добавить. А вот эти вот средства, это новинка. Так, я вам сейчас покажу вот эти три. Это из серии вот этой вот новой Advanced Pro Formula. В этой линии более дорогая, и она уже позиционируется как премиум. А это у нас уже из предыдущей линейки Professional. Из всех этих средств, девочки, мне больше всего прям не терпится попробовать. И в ближайшее время сегодня, наверное, нанесу вот такую вот сыворотку с автобронзирующим эффектом для лица. Можно также буквально несколько капель в ваш дневной либо ночной крем, и она равномерно распределяется. В общем, все буду тестировать. Средство подходит как для лица, так и для тела. Поэтому, кому интересно, следите за следующими роликами, вместе посмотрим, потестируем. Итак, девочки, давайте вместе с вами прямо сейчас на подготовленную кожу попробуем нанесем на одну из ножек для сравнения вот такой вот тонирующий автобронзат. Я выбрала из этой линейки, решила с него начать попробовать. И для большей наглядности видно было, что оттенок, как, насколько он проявится, чтобы сравнить, да, по тону кожи, потому что камера еще может искажать немного. Я нанесу на правую ножку его, а левую оставлю нетронутой, да, пока зима, можно, так говорится, экспериментировать. Ничего не заметно, если что. В данном случае у меня вот этот тонирующий автобронзат идет в светлом оттенке. Итак, конечно, я думаю, многие из вас знают, что прежде чем наносить любой автобронзат на кожу тела, нужно ее подготовить. То есть для начала мы должны принять душ, где-то максимум за 4-6 часов до нанесения, и проскрабировать кожу, и увлажнить какие-то сухие участки. Это пятки, возможно, локти, коленочки, да, каким-то увлажняющим кремом. Поэтому сейчас уже, я вам не стала все показывать, мы просто уже на подготовленную кожу будем наносить. Из сельники мне пока заинтересовало, интереснее попробовать вот именно на ногах вот это средство. Оно очень легко в виде мусса должно распределяться, как заявляет производитель. Прямо вот на эту рукавичку, да, которая идет в комплекте. Кстати, очень удобная вещь. Видите, она даже не спадает с руки. Она прям немного как прилипает к ней, чтобы фиксируется. Удобно пользоваться. Итак, наносим. Да, он такой довольно светленький. Посмотрите, не прям совсем такой. Вот примерно такого объема хватает, чтобы нанести на всю ножку. И круговыми движениями все мы это разносим. Вот видите, рукавичкой очень удобно пользоваться. Она прям быстро распределяет этот автобронзат. То есть не то, что да, там рукой, когда ты пытаешься либо что-то, потому что это обеспечивает более равномерное нанесение по коже. Вот мне уже нравится, какой оттенок придается ножке. Уделяем, да, внимание уже к пяточке туда, пониже. Плюсы в ней в чем? В том, что создает ровный тон кожи и придает максимум увлажнения. Действие длительное, до 10 дней. Ходит для всех типов кожи, не содержит фильтры SPF и даже для лица можно использовать. Для лица я с вами попробую ту самую сыворотку, которая наносится и под кремы как самостоятельно. Мне интересно будет потестировать, посмотрим на тот же результат. Уже я вижу, да, какой-то оттенок есть. То есть, по сути, если я бы нанесла и было бы лето, я могла бы выйти на улицу и пойти спокойно, да, по своим делам. Через 4 часа он проявляется в полной мере.
потом нам нужно будет его смыть теплой водой. Девочки, вы знаете, вот я сейчас нанесла, и я просто в восторге. При использовании автобронзата любого, будь то масло, будь то спрей, еще что-то, что у меня было до этого других марок, я чувствовала этот прогорклый аромат, как будто бы меня поджарили. Я вообще не ощущаю ничего, лишь легкий, вот пока наносила, такой приятный какой-то косметический вкус, да, немножко сладковатый даже. Нанесению, как видите, все очень быстро, комфортно, без разводов. Я не особо ничего не мучилась, не пыталась растирать. При этом чувствуется комфортность, потому что за счет легкой текстуры не ощущается на коже этого средства. И также, конечно, учитывая, что хороший состав, он ухаживает за кожей, не сушит ее, чего как раз многие боятся. Давайте посмотрим чуть попозже, как цвет проявится, и отмотаем время вперед. Я повыдержала по максимуму, и посмотрите, как цвет проявился. То есть, на самом деле, конечно, все на камере точно не передашь, но в жизни, вот у меня Илюша, я показала, просто говорит, ты ничего не замечаешь, посмотри. Он говорит, о, вот эта нога, говорит, другого цвета. Я говорю, и какой тебе больше нравится? Он говорит, вот именно вот показал, где с автозагаром. Он говорит, смотрится, говорит, как будто бы ты побывала на солнце, загорела. Я говорю, вот да, на самом деле, девочки, загар смотрится очень натурально. Девочки, класс, очень вам советую. Села поболтать опять с вами, вспомнила одну тему, хочу обсудить вкратце. По поводу фейс-фитнеса для лица, в ролике я вам недавно об этом рассказывала. И я, девочки, несмотря на то, что вы мне писали по поводу того, что ты станешь обезьяной, и почитай, там очень, вообще это все очень плохо. Блин, у меня есть реальные примеры женщин, которым уже почти под 50, и они уже почти лет 10 этим занимаются. Вы понимаете, я видела их прежние фото, они нисколько не изменились. У них очень упругая, натянутая кожа. Я хочу такого эффекта. Я не считаю, что это будет каким-то, вы знаете, таким фанатизмом, да, то есть сделать вот именно из лица какой-то бейсбольный мячик. Просто вот, чтобы кожа была более упругая. Вы же телом занимаетесь, но почему с лицом? Я не вижу никаких прям вот таких вот плохих и худших сторон, да, у этой процедуры, потому что не обязательно, я вам еще раз повторяю, делать это на все лицо, а лишь на определенные части, да, которые вот беспокоят. Потому что если на самом деле вот этими носогубками заниматься, они в реале будут, ну, намного лучше. Я вас не заставляю, я просто лишь проконсультировалась с вами, спросила вашего мнения. Мне есть девчонки, кто написал мне, и в комментариях, и в личку потом поступали ответы по поводу вот этого фейс-фитнеса, что рассказывали, реально видят эффект, и очень нравится, и лицо там не изменилось в какую-то другую сторону, они там не стали хуже, например, если бы были они после уколов, поэтому, ну, не знаю. Девочки, вот посмотрите, я решила все же эту полочку прикрепить в ванной, вот так вот получилось, сюда пока поставила такие основные средства, которые вот прям почти на каждый день я использую, ну, вот здесь достаточно еще места, я могу, в принципе, либо что-то тоже в таких аксессуарах, да, поставить, что чем пользуюсь, там, ванные палочки, либо те же, например, дополнительно маски, может быть, гель для умывания, сюда еще все вместится. Ну, пока такой у нас же временный вариант ванни. Мне еще кажется, что неплохо она так вписалась, потому что все же в общий интерьер, да, куда-то в квартире, я бы, наверное, не стала ее вот крепить, потому что, ну, она слишком просто смотрится в жизни, да. Вот, если бы это был бы какой-то, может, уже старый, живший ремонт, да, там где-то прикрепить, почему нет, на той же кухне. Девочки, зашла сегодня в Фамилию, решила посмотреть, что новенького там есть, и, как обычно, не удержалась от покупок, и была рада видеть, что есть вот такие вот там зеркала. Именно такое я взяла последнее, да, а есть еще там, ой, в таких голубых оттенках и еще другой немного формы. В общем, сам факт в том, что мне, конечно, хотелось видеть солнце. Наверное, знаете, да, многие такие есть, в принципе, в H&M я видела, но там стоит 1500, такого же размера. Я так отношусь к этому более спокойно, как к аксессуарам для квартиры. Я считаю, что не понравилось, да, вот такое даже повисело недорогое, не захотел, снял. Все, стоит оно 359 рублей, на было 550, я считаю, что отличный вариант, вот прям то, что я хотела. Супер, оно как бы и для прихожей, и для комнат подходит. Мне нужно для определенного вот на стену, чтобы это все декорировать в комнате, поэтому я обязательно вам все потом покажу вместе, как это смотрится. Но, блин, девочки, ни царапин, ни сколов,
отлично. Вообще, я считаю, такое немного как состаренное. И именно цвет нужен был прямо точь-точь такой. Я, конечно, его сразу схватила. Классно. Ладно, в общем, сам факт в том, что я не пойму смысла техникарты. Как не спросишь, она, в принципе, им нужна для того, чтобы пробить на кассе. Но в то же время они говорят, что там никаких скидок нету. Что-то я вообще ничего не понимаю. В общем, далее, баночка для специй не удержалась. Вот из этой серии у них там очень много всего было. И для меда, и для сахара, и еще что-то. Я взяла вот эту баночку, сначала думала, как для соли на столешнице. Она очень подходит мне на кухне. Именно с такими нотами дерева. Я прямо вот хотела что-то подобное. Очень удачная покупка. Сейчас я вам покажу. Значит, здесь лопаточка идет, такая ложечка маленькая. Классно, да? Прям дозировать, если соль. Но у меня почему-то так вот закралась такая мысль, что, может быть, я, наверное, даже, скорее всего, применять ее буду на столе, как для семени льна. Потому что я его ем ежедневно. И утром, и вечером бывает, и завариваю, и просто так хрущу им хожу. Такие покупочки были, прям вот ничего лишнего не беру, все, что нравится, все, что нужно. Девочки, все же я вот этот органайзер приспособила пока для семян льна. Посмотрите, как удобно. Ложечкой берешь нужное количество. Такая классная, я вообще нисколько не жалею, что я купила эту баночку, она очень удобная, но я так все же думаю, что эти семена льна, я их когда доем, они у меня закончатся, я их под них приобрету что-то другое, буду убирать их в стол, а здесь я оставлю все же соль, вот эту соль я пересыплю сюда, это я тоже уберу в стол, чтобы у меня здесь поменьше было именно вот на столешнице что-то наставлено, потому что вот все такое необходимое, это доска, ножики, заварной чайник. Это для красоты у меня, да, тут сахарница. Это тоже заменится, уберется, потому что здесь будет специальная такая красивая, тоже белая, под чеснок, чесночница. Смотрите, как она красиво вписывается. Мне кажется, вообще супер. Это не обращайте внимания, это я сейчас все уберу. Я только что мыла посуду. Крутила фарш на котлеты. Сейчас буду как раз жарить. Уже картошечку, в принципе, порезала. Вот. Будем делать пюре с котлетами. Мое любимое блюдо. Вот. Сейчас стараюсь есть по максимуму до 6 часов. И да, смотрите. Я разобрала, сделала, значит, небольшую перестановочку пока. То есть я постепенно, да, сначала не могла понять, как мне это все будет удобнее. Но я решила так. Здесь теперь у меня хранятся все крупы. То есть фасоль, сахар, рис, да, что-то такое, сухофрукты. То есть вот я так подписала, этикеточки такие я покупала специальные. Пока это такие, потому что когда денежки появятся, и я смогу заменить их, то я хочу все икеевские белые вот эти красивые контейнеры купить. Вот эту банку, кстати, я брала в Фикспрайсе. Посмотрите, как она классно, мне очень нравится, удобно, красиво. Тут макароны, вот. А внизу я уже сложила все-все-все, но это вот мы этим всем тоже пользуемся. Там салатница, пароварница, всякие вот эти вот для духовки, да, когда появится. И вот эти все-все пустые контейнеры тоже для того, чтобы там блюдо ставить в холодильник. А вот мясорубка и еще блендер у меня стояли вот тут. Я их убрала и теперь сюда, смотрите, прибабацала масло, крупы вот такие вот, да, то есть соль крупную и вот мука. У меня там еще один пакет муки запасной стоит сразу. Вот там, мало ли, еще какие-то подобные вот такие именно, да, рассыпчатые будут тоже сюда еще вместиться. Места полно. А вот то, что здесь было, опять же, да, повторяюсь, блендер и это я убрала наверх. Туда сейчас не полезу. В общем, все у меня там прекрасно поместилось. Не так я часто этим и пользуюсь. Вот. Конечно, у меня стоит вопрос большой, куда, когда мы поставим после Нового года, будет здесь духовка, куда я уберу микроволновку. К нам приходил, в общем, вот этот тут, как мужчина, да, вот, которому мы заказывали кухню, тут по определенным вопросам у меня были по кухне, и задала ему вопрос, может быть, что-то как-то куда-то ее впихнуть. В принципе, бы не проблема, девочки, но у этой микроволновки довольно большая глубина. Или бы покупать такую небольшого размера, за 3000 есть микроволновка, и она встанет вот примерно в этот шкаф тогда. Вот, и тоже будет закрываться, когда надо воспользоваться, в принципе, это все. Ну, не знаю, девочки, что делать, честно говоря. Как-то я пока
Не знаю даже, куда мне ее прибабацать. Потом, конечно, посмотрим вместе с вами. Может, вы мне что подскажете. Я вам поподробнее уже покажу кухню, да, и когда полностью обзор будет квартиры. Сейчас я хочу дообуютить хотя бы такой минимум. И потом уже снять для вас отдельный ролик, который я уже не могу снять месяца два точно. Девочки, представляете, сейчас сбегала в Ленту, купила кое-что там из продуктов и увидела, что в продаже есть у них вот такие вот стролы. А вообще стоит оригинальная цена 589 рублей, по акции 299. Я, конечно, взяла, ну то есть это даже не акция, это цена карты или как-то так. В общем, здесь она 60 сантиметров. Я, конечно, мечтала об этой звезде, я очень много видела в ВКонтакте, в группе в Икеевской, состою в официальной, там прям все пищат и очень много этих стролов уже в продаже нету именно в самой Икее, но где-то есть города, где еще в принципе они остались. Там и ажурные есть в виде мышцы, да, так скажем, вот мышцы мне очень понравилось. Конечно, может быть, она такая, там более другая икеевская, но я видела отзывы и вставляли фотки, реально смотрится вот в интерьере, вот это из Икеи то же самое, как и в Ленте, поэтому нету разницы и смысла переплачивать. В Икее тоже получается на 60 сантиметров такая стролла стоит 299 рублей. На 100 сантиметров, конечно, она может быть и смотрится, так скажем, пошикарнее, да, она более выразительная, впечатляющая, но мне кажется, это как бы большевато, вот даже для подоконника я бы не хотела, чтобы очень сильно закрывала окно, но мне кажется, такой размер идеально. У меня прям руки чешутся, чтобы ее сейчас открыть, собрать побыстрее, посмотрим, как что, как она будет работать, я обязательно вам сейчас ставлю, все это покажу, и посмотрите, какая у нее система. Единственное, что икеевская стролла, она тоже так же собирается, но у нее... Она вроде бы работает от сети. Там еще в Ленте были красного цвета, но я выбрала именно эту. Она, видите, такая как ажурная с различными снежинками. Там был еще другой рисунок, просто вот такие как типа ниточки такой с бусинками или что-то такое. Мне почему-то понравилось это, и в основном это было больше разобрано. Тоже видите дырочки, сквозь нее просвечивается именно этот светодиод, и получается, что такое... Красивое, да, подсвечивание получается, особенно если свет выключить и в новогодние вечера, но это прям уют. Я просто безумно довольна, что я увидела и нашла ее в наших магазинах. Вот видите, здесь батареечки вставляются. В общем, давайте соберем вместе с вами и посмотрим.